Сегодня я хочу, друзья, приготовить совсем необычную настойку. Даже не настойку, а не знаю, как это назвать. Короче, смотрите, у меня есть такие конфеты, жевательные конфеты, целый килограмм. Вот такие вот змейки, друзья. Вкус тутти-фрутти. Они очень кислые, очень-при-очень кислые. Такие уже посыпанные сахаром. Так, я хочу их залить самогоночкой. Я возьму пол-литра самогоночки. Налью вот так в баночку. Так, у меня вот столько получилось, друзья. И добавлю, не знаю, сколько, друзья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Счастливое число. 7 таких полосок добавлю. Так, друзья. Так, перемешаю. Закрою крышечкой. Вот такие они. Уберу на сутки. А завтра посмотрим, что у нас с вами получилось. Мне очень интересно, что это будет за вкус. Вот прошли сутки, и я думаю, наш эксперимент, в котором я добавил жевательную конфету тутти-фрутти со вкусом. Тутти-фрутти, это переводится как смесь там ягод различных и фруктов. Смотрите, друзья. Она приобрела такой зеленоватый цвет. Наша конфета. Так, друзья. Я уже налил ее в рюмочку. Там какой-то осадок есть такой. Я думаю, вкус будет. Ну ладно, сейчас узнаем, какой вкус. Ваше здоровье. Пахнет приятно. Ну, на вкус, друзья. Очень химозно. Ну, не кисло. Хотя конфета это была очень кислая. В принципе, сахар, который ее исправил. Ну, друзья, на самом деле, не так противно, как я думал. Ну, ради эксперимента. Ну, пить... можно. Так что, в принципе, эксперимент удался, наверное, по пятибалльной шкале на четверочку. Так что, в принципе, друзья, пить можно. Но там, наверное, столько всякой химозы, что для здоровья это приносит еще, наверное, в два раза больше вреда, чем употребление просто самогонки. Ну, друзья, эксперимент есть эксперимент.